Скажи, как зовут? Катя. Катя, можно прыгать? Ага. За собой не держись, лучше второй рукой там же взяться за веревку. Да. Так, ну меньше думать, да, надо? Да, конечно. Взгляд на горизонт, небольшой шаг вперед и все. А с закрытыми глазами лучше или с открытыми? Лучше с открытыми. Не поймешь же ничего. А вы можете меня подтолкнуть? Да, если допустим, ты попросишь. Да, я прошу. Вот, допустим, считайте до пяти, угу. Но толкайте на трех. Серьезно? Да. Дайте еще воды глоток, пожалуйста. У меня я уже дышать не могу. Все слиплось. Спасибо. Давай. Взгляд вперед. Угу. Даю отчет.